хорошо известно это, навязывают санкции, а мы, опираясь прежде всего на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперед. Так было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Это решение напрямую коснулось более 5 миллионов детей. Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсии до 10%, на 10%. В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. В номинале хочу это подчеркнуть. И еще раз.